кажется, что если мы рассматриваем телевидение как бизнес, да, то стоит говорить о том, что кадровый ресурс телевизионный – это такой же точно кадровый ресурс, как и в любых других компаниях. И единственное отличие, возможно, что мы имеем дело с людьми, безусловно, очень талантливыми, с людьми, которые обладают уникальными способностями, уникальными знаниями. И естественно, что их внутренняя мотивация, она, возможно, отличается от специалистов других профессий. И это требует от компаний, медийных компаний, больших усилий для того, чтобы развивать таких сотрудников, для того, чтобы их растить и для того, чтобы удерживать их в своих компаниях. Я, пользуясь этой возможностью, хотела бы сказать огромное спасибо ИТК за то, что уже второй год организовывается конференция «Телевидение как бизнес», которая дает возможность встретиться на одной площадке, ну, медиаэкспертам, понятно, топовым специалистам, понятно, и кроме того, HR-ам, поскольку телевидение еще не совсем себя чувствует как бизнес, да, а HR в телевидении – это функция, ну, достаточно новая, хотелось бы действительно, чтобы эта тенденция продолжалась, чтобы подход к персоналу, он все-таки выводился, скажем, подходы и отношения к тому, что персонал – это самое главное и ключевое, естественно, HR должен быть стратегической функцией в компании. Поэтому здесь прекрасная площадка для того, чтобы решить проблемные вопросы, прекрасная площадка для того, чтобы расставить акценты, верно расставить акценты, что здесь важно, что вторично.